Укоренение черенков – важный этап в процессе развития и роста кустов и деревьев, но как же увеличить шансы на успешное укоренение? Давайте разберемся вместе. На сегодняшний день есть множество препаратов, которые могут помочь в данном вопросе. Один из таких препаратов – корневин. Корневин – это стимулятор роста корневой системы. Также стимулятор роста можно приготовить и самостоятельно, своими руками. Для того, чтобы приготовить стимулятор роста, вам понадобятся самые обычные хлебопекарные дрожжи. Для того, чтобы приготовить черенки к посадке, мы рекомендуем оставить их на сутки в дрожжевом биостимуляторе. Приготовление этого раствора не займет у вас много времени, все довольно просто. Вам понадобится 1 литр теплой воды и 100 грамм живых дрожжей. Живые дрожжи можно заменить одним пакетиком сухих дрожжей. По истечению суток после замачивания черенков в дрожжевом биостимуляторе для дальнейшего укоренения, их необходимо перенести в обычную воду или сразу в горшки с заранее подготовленной почвой. Дрожжевой раствор насыщен множеством полезных микроэлементов и питательными веществами, которые так необходимы для дальнейшего успешного укоренения черенков. Раствор, который остался после замачивания, не спешите выливать, его можно использовать для поливки посаженных черенков. Такой полив можно осуществлять один раз в 7 дней, но перед поливом не забудьте разбавить дрожжевой раствор водой в соотношении 1 к 10, так как сам раствор сильно концентрированный. Природные биостимуляторы очень полезны для дальнейшего здорового роста растений.